Шеф-повар Максим Григорьев. Ассорти овощное на зиму. Маринады ассорти всегда пользуются неизменным успехом, ведь в них всегда найдется то, что придется по вкусу каждому домочадцу: кому-то огурчик, кому-то помидорчик, а кто-то предпочитает капустку. Мне в этом рецепте всегда больше нравится капуста, хрустящая, нежная, кисло-сладкая. Маринад тоже хорош, его можно добавить в соусы, рассольники или приготовить окрошку. Указано порций, 1-2-литровая банка. Овощи можно использовать как мелкие, пикули, так и средние. Если берете крупные, то их лучше порезать, чтобы все куски были примерно равного размера. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Базилик зеленый свежий 4 веточки. Вода 1100 мл. Капуста белокочанная 200 грамм. Лавровый лист 2 штуки. Лук белый 1 штука. Морковь 20 грамм. Огурцы 1 штука. Перец сладкий 3 штуки. Помидоры 2 штуки. Сахар 3 столовые ложки. Сельдерей стебли 1 штука. Смесь пряностей для овощей 5 грамм. Соль крупнокристаллическая 2 столовые ложки. Уксусная эссенция 1,5 столовых ложек. Чеснок 5 зубчиков. Шаг 1. Для маринада взять капусту, огурцы, помидоры, перец, морковь, сельдерей, лук, чеснок, базилик, петрушку, пряности, уксус, 70%, сахар, соль, воду. Шаг 2. Все овощи промыть, очистить, обсушить и крупно нарезать. Морковь – тонкими дольками, ее при желании можно даже слегка пробланшировать. Помидоры проткнуть у плодоножки зубочисткой. Шаг 3. На дно стерильной банки 2L положить 1 столовую ложку пряностей для засолки, лавровый лист. Шаг 4. Как можно плотнее уложить овощи и травы. Шаг 5. Залить кипятком. Дать выстояться 5 минут, воду слить, снова довести до кипения и повторить процедуру. Шаг 6. Для маринада приготовить соль, сахар и уксус. Шаг 7. В последнюю воду добавить сахар и соль, довести до кипения. Шаг 8. Рассол снять и добавить уксус, снова довести до кипения, но не кипятить. Шаг 9. Залить овощи и укупорить стерильной крышкой, капроновой с бортиками. Остывая, она плотно втянется внутрь банки, обеспечивая стерильность. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.